1 евро, 2003 год, Италия. Перед собой вы видите изображение номинала монеты, а вот с другой стороны рисунок интересный. Здесь рисунок Леонардо да Винчи, витрувианский человек, Homo Vitruviano. Изображение, созданное да Винчи примерно в 1490-1492 годах, как иллюстрация для книги, посвященной трудам античного римского архитектора Витрувия. На нем изображена фигура мужчины в двух наложенных одна на другую позициях, с разведенными стороны руками и ногами, вписанная в окружность, и с разведенными руками и сведенными вместе ногами, вписанная в квадрат. Монета чеканилась в период с 2002 по 2007 год. Материал биметалл, центр никель, покрытый медно-никелевым сплавом, кольцо никелевая латунь. Гурт монеты рубчатый с гладкими участками. Вес монеты составляет 7,5 грамма, диаметр 23,25 миллиметра и толщина монеты 2,33 миллиметра. Автором аверса была Лаура Критара, автором реверса был Люк Люикс. Кстати, инициалы на монете есть LL. И тираж монеты в 2003 году составил 66 миллионов 230 тысяч экземпляров. Эту монету я получил на сдачу в городе Дрезден, Германии. Как оказалось, этот город посещают очень много туристов, в том числе из Италии.